Если у вас проблемы с прохождением всех карт, просто возьмите открытые руки, и вы пройдете любую карту с первого раза. Также не забывайте подписываться на канал, это обязательно, поэтому бегом подписончики. Типа такого, да? Ну да. Окей. Еще добавляем цифру 10 вначале. Нет, не надо. Серьезно? Нет, шучу. А, ну я так и подумал. А там этот, там... все закрыто. Там все закрыто, ДС. Я уже все равно сюда прошел. Мне обратно идти не вариант. ДС. О, карта. Ты понимаешь, что мне обратно идти не вариант? Нет. Черт. Не совершай моих ошибок. Ты понимаешь, что мне обратно идти не вариант? Он совершает мои ошибки. Я пока чист. Нет, может, я, конечно, не совершаю твои ошибки, но я эти ошибки прохожу. Вот это, черная магия опять. Нам везет на черную магию, смотри. Он не в офисе. Походу он опять ходит. Походу, да. Сейчас проверю. Не-не-не, он разговаривает с этим. Да. Вот он. Митинг-рум. Не, он в этом, в митинг-руме. Да. Сейчас положим всех. Просто вопросик идет к вам. Все нормально. У него не возникнут вопросы, если вы не поможете. Не, все нормально. Никаких вопросов нет. Вот черт. У меня есть один вопрос, как спрятать это все. Хотя я знаю, как это спрятать. Да, они точно не будут заходить, пока я не открою до конца двери. Там цель к вам идет. С какой стороны? Ты его нашел. Я его нашел. А там еще бумаги. Черную магию убираю. Окей. Успел убрать. Как раз без черной магии там самое оно будет. У меня карта просто по полу, это, знаешь, как перекати поле идет. Это было близко. Я тут кладовщиком заделался. Дэвид Мейзер. Мейзлерс. Дэвид Мейзлерс. У тебя, чё? У тебя. Подожди. Стопудово у тебя. Так, пока здесь можем пробежать, ну его в жопу. Ты серьёзно? Йоу. Угу. Ладно. Че, у тебя чисто? Я могу пробежать, я надеюсь? Есть только очень быстро. Нашел Мейзлера? Да. Давай, активирую. Если что, я сижу на этих, на ключах. Но он все равно ключи. А ключи у тебя там? Да, ключи у меня. Ты туда не справишься или остаться? К нам, походу, сейчас придут. Нормально. Какого берешь? Не знаю. Ладно, я иду. Не, вы... Нет, ты ротом взял. Отвечайте. Оу. Я взял. Я в любом случае даже тыч. Ну, убрал я их хорошо. Да, красиво я забрал.
Так, я к тебе, да, Сав? Там мины, еще раз ставить нужно. Так, понятно. Это ребята, которые ходят по лестнице. Сам же открыл. Ну не говори, что сюда хочешь идти. 17 секунд, пацаны. Можешь ко мне зайти. 17 секунд, C4 нужно заложить, слышишь? Чел. Хотя да. Да, да. Кстати, он зайдет, походу, к тебе. У нас два ответа осталось. Нормально, нам хватит. Ты вот это слышишь, да? Один. Да я знаю. Я не моложе никуда. Водители ждут. Давай, пчел. Самые веселые работы на тебе. Сейчас тут будут карты стоять. С камерой. Самое то. Да. Так оно и есть. Прошло 40 минут там, да? С тобой, кстати, 5 этих людей. Снизу, сверху. У меня пока 3. Ну вот где я сижу, у меня 5. 4. Мне показывается 2 всегда. Их всегда двое, ни больше, ни меньше. Да? А, мама, пчел. Бля. Бля, ща бегу. Я бегу. Не-не, я бегу. Пох, 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 пох. Ты-то нормально. Нормально, я пробег. Я тоже. Это последний бейджер. Оу. Да. Надо было. Чела. Да не, все, не успели забить вообще. Не. Почему нет? Все, теперь всего нету. Да. Ну, последний бейджер. Оу. Че ты меня это сугаешь? Че ты меня сугаешь? Я думал, уже все, это пятый. Вот я тоже думал, что уже все. Ты че, вообще? Че, испугались? Блин, так сейчас смотрю, у меня отметка такая 4, мне такой. Я же сказал, просто последний поезжай, че. Вы так как его называют? Подумали, как будто все уже. Ты так и сказал, что все уже. Че? Взял? Че, я взял, да. Да. Взял? Да, я взял. Бегом, прыгаем вниз. Моя вторая. Моя красная. Подожди, я сейчас. Все, все. Да, поехали, давай, Савыч. Не подведи. Шумахер. Мое вождение совариваю. Сейчас будет поворот направо. Да ладно, серьезно, а то я не в курсе. Да. Да. Хотя мне не надо этого делать. Может быстрее пешком? Огороды. Не, ну может, конечно, пешком и быстрее, не знаю. Не, такое. А машину обязательно нужно вставить. Жалко, нельзя одну пригнать. Типа двое в кабине и третьем покажем. Не, можно. Одну и надо сдать. Не, я имею в виду. Не, он имеет в виду в одну и всем уехать. А. Ну чё, чё-то изи, пацаны, чё-то изи.
Что-то изи, только я не успею. Я успел. Если что, просто кидаем точку. Да, только вот у меня бег-то не для того. Эй, оп. У меня все нормально. 17 секунд еще ел. Сейчас бы не попасть по контейнеру. Давай, заходи. Тадянь! Изи. Изи. Просто. Длинная игра. Да. За сколько? За 10 минут мы прошли, по сути. Ну, да. Прикольно, мне понравилось. Да. Супер. Супер. Видишь, а ты пчел не хотел. Вот только ты сказал, типа, может, что-нибудь другое, и так бамс, и считай, со второго раза после этого прошли. Знаешь, я просто обнулил таймер. Мы тогда с третьего раза прошли почти, а сейчас с второго. А, ну я понял. Ну что, теперь на ядерку давайте. Давай. Ладно, давайте, ребят, всем удачи, в следующей серии увидимся. Как они проходили лес. Как они проходили лес, да? Не, на самом деле на ядерку сейчас попробуем. Правда, мейнхим, но окей. Ладно, всем пока.